Каждый год творческие коллективы города представляют на главной сцене Актобе свое видение встречи праздника Наурыз. Отличаются постановки друг от друга последовательностью и сценическими образами. Сама суть остается прежней. Это как можно обширнее показать зрителям традиции и обычаи казахского народа. Несмотря на плохую погоду, желающих отведать приготовленные национальные блюда у юрт было немало. К примеру, около юрты казахско-китайской организации ТОО «Великая стена» раздавали плов и баурсаки. Саму же юрту людей пускали избирательно. По каким критериям это происходило, знают лишь сами организаторы. Несмотря на некоторые непонятные нюансы, настроение у горожан хорошее. Например, малыши уплетали плов за обе щеки и рассказывали стихотворение о весне. Мне праздник Наурыз нравится. Тем, что он красивый праздник, счастливый праздник, что праздник Наурыз – это праздник весны. Чельки где-то гульдерен, жер анама жайна де, Наурыз – это кэнэмэ, фалтанэта фанэмэ, энфалэв жаскурэмэ, бибилейк бярэмэ. Взрослые тем временем не скупились на поздравления и на объятия. Ощущается. Хоть и погода подвела, но ощущается. Мы все рады, мы все радуемся весне, обновлению, Новому году. Поэтому всех с праздником Наурыз мейрамы кутты болсын. Всего самого хорошего. За Новый год давайте. Планируется, что завтра в Центральном парке, так же, как и на других площадках города и сельских округов, культурные программы будут продолжены. Их логическим завершением станет фейерверк. Его можно будет увидеть над главным парком города в 10 часов вечера. Эльмира Ержанова, Жаслан Жубаев, программа «Факт».